человеку. Приветствую тебя. Как поживаешь? Хотелось бы поговорить с тобой, но времени ты не располагаешь, поэтому пишу тебе домой. Я вчера был у твоей постели и ждал, что расстанешься со мной, что передать уверенности в деле и одарить счастливым новым днем. Но ты лицом к стене поворотился, чтоб сон продлить на несколько минут. А я стоял и ждал, не торопился. Так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало. Ты мылся, одевался и ушел. Но беглый взгляд в твой зеркале усталый сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты поговоришь со мной и был готов утешить тебя снова. Но нет, ты влечен был суетой. И днем, мое дитя, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался. Но нет, но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак, вкусненькую пищу? Все это было от меня. Кого люблю, те кушанья не ищут, а все сидят у моего стола. Потом обед и вздох тяжелый снова, а я стоял так близко за спиной. Я ждал, что ты промолвишь снова, что ты соговоришь со мной. Что ты о чем-нибудь меня попросишь, чтобы я помог в течение, в решении проблем. Но мысль тебя какая-то уносит, и ты ко мне все так же глух и нем. А когда весть тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригодился я. Я отвлекал тебя от горьких мыслей, я солнышко лучами согревал и сделал так, что радуги повисли, как разноцветный горный перевал. И ветерок послал тебя навстречу, и дождь пролил обильной стороной. Все птицы песни пели целый вечер, но все же ты не заговорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты почему-то позабыл со мной. И в спешке, приняв ужин без заботы, ты канул в телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго, она важна, как видно, для тебя. Она важнее разговора с Богом, ты просто игнорируешь меня. Или уйму дел хотел бы ты закончить, насколько важно все сейчас, что переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз. Ты выбился из сил, я понимаю, и изнемогая бросился в постель, у меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, но это было сквозь пространство сна, и, к моему большому сожалению, сон одолел тебя до дна. Ты целый день не проронил ни слова, за что же ты не любишь так меня? Но завтра я приду, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтобы упрекнуть тебя, доставить боль, а чтоб помочь и делом, и советом, чтоб проявить к тебе свою любовь. Общение и нужд тебе нужно и полезно, и рядом буду, я тебя дождусь. Со мной, поверь, тебе намного лучше будет. С любовью, твой Спаситель Иисус. Аминь.